Сегодня мы снимаем клип «Ночных снайперов» в Инстаграм. Происходит это все на улице Кузнецкий мост. Диана ходит по городу, поет свою песню, сталкивается с различными ситуациями интересными. Банально, но очень красиво должно быть. Будет сниматься со стедикама. Это будет несколько кадров, но длинных, сложных, прикольных, с движениями, облетами, всякими поворотами. Давайте посмотрим по настроению, это самое главное. Поехали! Начали! Могу только сказать, что беготня. Беготня по кругу. То есть я иду, я не могу идти медленно. Не надо, не надо. Вот эту троицу можно. Мы сняли первый кадр. Ты идешь, я тебе отдала, и ты подаваешь. Мне подальше надо уйти, потому что я в кадр попадаю. Да, да, ты просто ты должен с запасом идти. Все, приготовились. Хорошо, тогда начали. Отлично, он даже удивился, понимаешь? Да. Ну хорошо, снято. Да, мне это очень понравилось. Отлично. Сегодня мы снимали песню как таковую. Мы снимали то, как на нее реагируют люди. Мы снимали лето, мы снимали день, мы снимали утро, и мы снимали ночь. И мне кажется, это то, чего песни этой достаточно сильно не хватает. Мы использовали систему стабилизации стедикам. Это классический стедикам, никакой электроники, только камера, монитор и физика. Мы пришли в подворотню, которую мы выбрали заранее на локейшн-скаутинге, очень красивую, фактурную. И в этой маленькой подворотне плотно напихано 10 гримвагенов и всяких остальных вагенов какой-то гигантской съемочной группы с какой-то рекламой. Поэтому у нас нет выбора, мы вынуждены срочно менять локацию, перемещаться в другую подворотню, придумывать новые варианты. Короче, блин, все как обычно. Я, может, чуть добавил рисунка. Расфокус. Стоп! Спасибо! Спасибо!